Я понял, что пена обязательно здесь нужна. Вот хотя бы с одной стороны и с другой стороны. Можно и посередине, ничего страшного не будет. Или там, где находятся как раз вот эти вот соединения. Обязательно пеной. Чтобы воздух не двигался. Там все равно есть какая-то щель. И через эту щель все-таки будет продвигаться этот холодный воздух. Но чтобы он туда не попал, обязательно нужно сделать какой-то барьер для этого воздуха. Не то, что барьер, а вообще стена такая вот из... Так. Что у меня еще находится? Вот что находится. Клей. Клей хороший, использовал его в деле, и мне понравилось. Вот до сих пор. Далее, вот в этой плоскости. Вот здесь вот маловато. Если пожадничаешь, то и результат будет для жадных нормальный. Ну и вот здесь тоже можно, только с одной стороны сделал, потому что это будет нижняя часть. А нет, здесь можно использовать. Вру. Так, вроде бы все, да? Жадничать не буду, потому что я знаю, какой будет результат для жадных. Это нужно для того, чтобы было хорошее соединение. То есть клей склеивает это все дело, а потом вода не проникает. Вы сказали вот здесь сделать? Сейчас я доделаю. Ничего страшного нету. Вот, вот здесь сделать, пожалуйста, здесь добавлю. Это уже жадность, что я здесь не доделал. Вертикальное положение, потому что он как-то сам по себе начинает. Оттуда выпрыскиваться, можно так сказать. Во, смотрите, первая скорлупка. А эту скорлупку, смотрите, вот я сейчас положил, да? Как-то неудачно положил на что-то непонятное. Ёлки, не получается. Все качается, переворачивается. Вот что нужно сделать. Это будет правильно. По инструкции. А то сегодня в воздухе очень и очень мало жидкости. А я эту жидкость вот таким вот образом добавил, как написано в инструкции. О, классно. Смотрите. Шикарно. Раз такое дело. Попробую, знаете, что сделать? Еще раз туда. Раз здесь так неудобно, уж разрешите мне такое дело сделать. Так, клей, смотрите, сразу полился. Столько клея вылилось, это кошмары. Во! Есть такое дело, скотч.
вижу полосу. Вот она полоска. А, вот в эту сторону. Вижу. Сделал вот такую вот подготовку для того, чтобы с нижней части одного и второго крана перенести отверстие в этой плите. Вроде понятно. И чтобы было все нормально, вот смотрите, сейчас я отрегулирую. Вроде бы все ровненько. Вот один кран. Отодвину. Вот один кран. Ось. Так. Второй кран. Видите, как удобно пользоваться. Опять беру вот этот луч. То есть прямая есть. И теперь вот сюда. Вот так. Ага, вот так. И теперь вот здесь получился крестик. И здесь то же самое, получился крестик. Вот что мне и нужно было сделать. Теперь, вот смотрите. А тут я еще эту трубу хочу вам показать. Она, вот смотрите, параллельно вот этой вот площадке крепления получилось. Просто шикарно. Теперь ослабляю гайку и всю эту конструкцию убираю. Вот такая вот конструкция. То есть я ее убираю. Она не, в данный момент она мне сейчас не нужна. И вот этот гидроаккумулятор тоже не нужен. Хотя стрелка показывает давление. Потому что там находится давление. Теперь смотрите, как удобно. Когда есть такая вот хорошая площадка, которую, смотрите, которую использую, поднимая и отпуская вот на эти крючки. Вот смотрите, как удобно. Все, работаю я. Сейчас буду продолжать. Вот смотрите, беру. Вот почему вот такой диаметр? А потому что есть вот такая шубка. А этой шубки здесь очень и очень много, потому что когда-то строители делали какое-то здание и все это выбросили в лес. Целый тюк. А я этот тюк увидел, когда ходил по грибы. Думаю, зачем я грибы буду собирать, когда этот тюк нужно увезти себе на дачу. Что я и сделал. И вот эту шубку нужно снизу вверх упереть до кранов. Вот диаметр вот этой шубки. Ну, вроде понятно. И в этой шубке будет труба. Вот как будет. Ну, вроде понятно, да? Вы поняли. Теперь, сына, подключи. Куда что подключать? Разберись. Теперь
смотрите, как получилось здорово. Вот здесь доску закрепил между вот этими половыми лагами, потому что там получились клеточки. И чтобы к этой доске потом закрепить эту трубу в нижней части подпола этой теплой веранды. Ну, вроде понятно. Не просто труба просто болтаться будет. Нет, она будет там крепиться. Вот видите, как здорово получилось. Шикарно просто получилось. Во! Что я вам сейчас покажу? Ну, вот представляете, как получается. Ну, нравится мне, хоть ты лопни. Водопровод из колодца в дом вводится. Посмотрите, одна труба, это старое исполнение, а это будет новое исполнение. Труба тоже изолирована утеплителем, и здесь тоже труба изолирована утеплителем. И пришло время вот эту трубу отключать. В подполе дома мы ее отрежем, а вот эту трубу мы ее будем выкапывать и перекладывать вот сюда, потому что эта труба уже будет не вот в этом месте, вот смотрите, не вот в этом месте, она же утеплена. А зачем ее разбирать или что-то новое покупать? Потому что теперь вода будет поступать из гидроаккумулятора дома по этой же трубе уже в баню. Вроде понятно. Труба 20-я полипропиленовая, она последняя. Купили каким-то образом так, что ее хватило только-только. То есть там привариваю, вот здесь сейчас отрезаю, и она соединяется. Ну, вроде что-то такое. Вот сейчас я это сейчас и буду делать. Вот смотрите. Вот старый, вот старой трубы. И по этой трубе вода подавалась в дом. Теперь этого не будет. Все. Уже настроил ножницы и буду отрезать. Вот представляете.